24 апреля в историческом музее Смоленского музея-заповедника состоялось торжественное открытие выставки «Чтоб землю в Гренаде крестьянам отдать», посвященной смолянам, воинам, интернационалистам. В церемонии открытия принял участие губернатор Смоленской области Алексей Владимирович Островский. Он отметил в своем выступлении важное значение данной выставки в формировании объективного представления о войне в Афганистане в 1979-1989 годах и в других локальных войнах. Директор Смоленского государственного музея-заповедника Николай Васильевич Соловьев рассказал присутствующим, что в результате большой работы было собрано значительное количество экспонатов, повествующих о боевых буднях смолян, воинов-интернационалистов, об их судьбах. В экспозиции представлено более 600 подлинных экспонатов, рассказывающих о наших героических земляках. Выставка имеет большое научное, историческое, воспитательное значение и будет важна для всех, кто интересуется историей Смоленщины и России.